Здравствуйте, вас приветствует канал SPVComp. Сегодня хочу показать, как настроить эмулятор PC SX2 для того, чтобы поиграть в игру Губка Боб, квадратные штаны, битва за бикини ботом. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Вот по этой ссылке. Мной эмулятор уже скачан, и я приступаю к разархивации в корень диска C. Ссылка на бесплатные архиваторы будет в описании. Настраиваем запуск. Выбрать языка. Применить. Далее. Или SSE2, или SSE4.1. Какой больше подойдет вашему центральному процессору. Оставляем OpenGL, хотя и на DirectD тоже замечательно работает. Игра в общем эмулируется великолепно. Я поставлю на четверку. Будет притормаживать, не будет хватать FPS, тогда делайте меньше, на двойку. Здесь оставляем так, off, здесь так, здесь выключаем, здесь high, это оставляем по умолчанию. Далее, геймпад. Я играю на клавиатуре, поэтому сначала нажимаю кнопку L1, теперь на клавиатуре нажимается та клавиша, что станет L1. Так по аналогии настраивается весь геймпад. Каждый настраивает под себя, как ему удобно, под свое расположение. Те, кто предпочитает играть при помощи настоящего джойстика, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как его настроить и с его помощью уже играть на этом эмуляторе. Ссылка на это видео будет в описании. Так, это тоже нам понадобится. Вверх, вниз, влево, вправо. Применить ОК. Дальше. Звук остается по умолчанию, ничего здесь не трогаю. Играю при помощи ИСО-образов, это быстро и удобно, выбираю Linux ISO. Те, кто хотят играть при помощи настоящих DVD, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как запускать игры при помощи DVD-дисков. Ссылка на видео будет в описании. Все остальное по умолчанию. Далее. Япония 2000 BIOS, который следует выбрать. Выключаем консоль. Ставим галочку «Всегда спрашивать». Вот она стоит. Настройка эмуляции. Отключаем преднастройки. Не должно стоять галочки. Применить. Я ставлю для себя удобное разрешение 1024 на 768, потому что играю в оконном режиме. Спидхаки включены. Кому не хватает скоростей, могут ползунок выдвинуть налево. Хотя игра, еще раз повторяю, замечательно эмулируется. Будем запускать. На серединку. Так, я нажму F4, чтобы ускориться. Вон, скорость эмуляции подросла до 200%. Чтобы поскорее все заставки прошли, пускай на 200% будет. Так, обламываем заставку. Yeah, Gary. It sure looks like we're in a doozy of a pickle. I think I'm gonna... Так, со всеми поболтать надо. So if I wanna come back and talk to you... Так, со всеми поболтали, все. Скорость эмуляции у нас свыше 100%. Нажимаем F4, чтобы задать 100% эмуляцию. Замечательно. Я даже рискну и себе немножко еще улучшу качество картинки на 6К. Интересно, потянет? Да, скорость симуляции выше 100%, все она держится. Так, тогда делаем на весь экран. Да, качество картинки очень, никаких лесенок, очень круто. Так, нужно тут собрать кое-чего, сюда лопату. Знаю, знаю, да. Хотите, немного поиграем в оконном режиме, чтобы последить за скоростью эмуляции, что FPS нигде не проседает, все хорошо работает. Это мы забрали. It's
Так, сюда, наверное, откроется уже. Это я забираю. Двойной прыжок есть. Это вмазать кому-нибудь. Тоже хорошо. 45 награды. Нам еще наверху что-то есть. Ух, как хорошо. Да? Так, 20 тоже, наверное, зайдет. О, а вот это вот нам не нужно. Не двинули. Ну, тут кое-что есть. А вы кто такие? Двинули, ну, похоже, да. Кусается, да, зубами. Мне показалась очень позитивная игра. Это очень. Сами видите, что FPS нигде не проседает. Делай на весь экран, дабы насладиться графикой. Персонаж идеально вообще изображен. Никаких глюков. Вот так работает без настроенного видеоплагина. А так с настроенным, небо и земля. Так что сдвинуть надо. О, что-то построилось. Так, здесь тоже нужно делать. Эх, боюсь, не долетаю я. Вот здесь нужно похоже. Мне здесь тоже не получится. Да, вернее, я просто не знаю как. Так, ладно, на выход. Я не спец в этой игре. Но игра явно мне нравится. Лопату. Очень, кстати. Теперь мы сможем дальше пройти. А здесь что? Ну, еще кое-что есть. Нет, здесь ничего. Заходим. Nothing like... Так, Губо опять со всеми поболтать. Мы не будем болтать. Такси, ты пока без такси. Вот как можно поставить. Ладно, это задание не буду выполнять.
Так, нас увезли на такси. Так, со всеми поболтать. Ладно, моя задача была показать, как настроить, что это такое. Все сделал, все показал. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал Spv.com. Ставьте лайки и заходите на наш сайт spv.com.com.